Ну что, начнем. Ну-ка, сакцель. Как обычно, у меня есть предисловие. Капарасты маны прекшварц. И оно отражает мой вчерашний день. Венят погулю аману вакарден. Вчера утром с Духом Святым в тайной комнате. Вакар но рита сава лукшан истава ар свято гару. В моем духе звучали такие фразы. Мана гара сканай таац фразы. Иисус грядет. Иисус нак. Будут суды, бусты Иисус, уже очень скоро. Лёты дриз. Знаете, и в этих словах не было страха. Un zemiet šajos vārdos nebija bailes. Они такие были, как с ликованием. Viņi bija tāda ar iepriecu. Иисус грядет. Jēzus nāk. Будут суды. Būs tiesas. Уже очень скоро. Ļoti, ļoti drīz. И с радостью главное. Un galvenais ar prieku. Разум-то не понимает. Prāts-то nesaprot. Ну как это? Kā tad? Суды же будут. Tiesas būs. Ну, что будет что-то такое? Būs kaut kas tāds, чего я никогда не видела. Ko es nekad neesmu redzējusi. И не слышала. Un neesmu dzirdējusi. Я такая, Бог, а как же мы будем жить? Как жить дальше? Dievs, es saku, kā mēs dzīvosim tālāk? Такие времена настали. Tādi laiki pienāk. А что делать? Ko darīt? Куда бежать? Uz kurien skriet? Может, что-то особенное надо делать? Dievs, kaut kas īpaši ir jādara. И внутри чувствую. Un iekšēji sajūtu. А что ты беспокоишься? Ko tu uztraucies? Успокойся. Nomierinies. Живи, как и жила. Dzīvo, kā dzīvojis. Служи, как и служила. Kalpo, kā kalpoja. Radujся. Priecājies. Служи. Kalpo. Учи. Māci. Наставляй. Māci. Двигайся в своем элементе. Кусties savā elementā. Куда я тебя поставил? Tur, kur es tev noliku. Когда надо будет? Kad vajadzēs, я тебе скажу, es tev teikšu, что тебе делать, ko tev darīt, ну, в связи с этими временами, saistībā ar visiem šiem laikiem. И пришла такая радость, un atnāca tāds prieks, и такой мир, un tāds miers, и ликование, līksmība, и понимание, un sapratne, в какое замечательное время мы живем, kādā brīnišķīgā laikā mēs dzīvojam. Постой, постой, кризис же на улице. Pagaid, taču krīze ir uz ielas. A время tas ir anu zamečatelnē. Bet laiks vienalga ir brīnišķīgs. A znaite, pačemu? Ziniet, kāpēc? Потому что мы. Tāpēc, ka mēs. Живем в такое время. Dzīvojam tādā laikā. Когда мы увидим. Kad mēs redzēsim. Kad придет Иисус. Kad atnāks Jēzus. Представляете? Varat iedomāties. Это же невероятно. Tas ir neticami. Он придет. Viņš atnāks. Ты это увидишь. Un tu to redzēsi. И он заберет тебя. Un viņš tevi paņems. И мы будем свидетелями. Un mēs būsim liecinieki. Его славы. Viņa slavai. Мы будем свидетелями. Mēs būsim liecinieki. Как тысячи людей будут каяться. Kā tūkstošiem cilvēki nožēlos grēkus. Потому что именно сейчас. Tāpēc, ka tieši tagad. Когда кризис. Kad ir krīze. Люди ищут Бога. Cilvēki meklē Dievu. И слава! Un слава! Она просто возрастёт! Viņa vienkārši pieaugs. О чём горевать? Par ko žēloties? Радуйся! Priecājies! Люди будут спасаться. Cilvēki glābsies. Тысячами. Tūkstošiem. Вот такое хорошее было у меня вчера утро. Да, man bija tik ļoti labi vakar no rīta. Пока я не начала читать слово. Kamēr es sāku lasīt vārdu. Я читала псалмы. Es lasīju псалмus. Вот сейчас читаю псалмы. Tagad es lasu псалмus. Стараюсь каждый день читать 5 глав. Katru dienu cenšos lasīt 5 nodaļas. Первую читаю. Lasu pirmo. Ничего, нормально. Nekas normāli. Вторую читаю. Otru lasu. Ну, как бы, нормально, Бог, все хорошо. Нормал, Dievs, visi kārtībā. Четвертую читаю. Tagad lasu ceturto. Как кувалдой по голове. Un kā ar kuvaldu pa galvu? Я просто закидываю вам. Es vienkārši jums iemetu. Ну, чтоб интересно было. Lai būtu interesanti. О чём идёт речь? Par ko iet runa? И речь пойдёт о псалме 49. Un runa ies par 50. Псалму. Да, 50-й по-латышски. 49-й псалом. Латвийский 50-й псалом. И мы начнем его читать. Un mēs sāksim viņu lasīt. И сегодня мы его и будем читать. Un šodien mēs viņu arī lasīsim.
И начну я с первого стиха. Un sākšies ar pirmo pantu. Псалом Асафа, Господь, Бог богов, Он призывает землю от востока и до запада. Асафа псалмс, Dievs stiprais, Dievs kungs, uzrunā un uzsauc visai zemei no rītiem līdz vakariem. То есть Бог будет говорить слово. Tas ir Dievs runās vārdu. Буду немножко комментировать. Es komentēšu. Второй стих. Otrs pants. Он, значит, Сиона, совершенного красотой, Бог являет свой свет. Но Цианас, kas ir skaistuma vainagojums, Dievs staro sava spožuma gaismā. Третий стих. Бог наш идет. Un trešais pants. Mūsu Dievs nāk. В русском переводе, в другом переводе, грядет. Не знаю, в латышском, наверное, то же самое. Да? Грядет. Нак, я толкуем, она. И не останется безмолвным. Он не цеш клусу. Перед ним пожирающий огонь. Изнецейбас угунц и отвинем попрекшу. И вокруг него сильная буря. Он стыпра ветр плоса освинем висапкарт. Я так, Бог, это ты когда идешь? Это, Dievs, kad tu nāksi? Это вообще пожирающий огонь. Он vēl šī Rīgā uguns, iznīcīgs uguns. Сильная буря. Spēcīga vētra. Я полчаса назад радовалась. Es полстунды atpakaļ priecājos. Бог грядет. Dievs nāk. Суды. Здорово. Tiesas. Супер. А тут Бог, а это ты придешь или кто это придет вообще? Dievs, tu nāks, vai kāds cits nāks? И потом такая, опа, это же Иисус. Un tad es, tas ir Jēzus. Это же про Иисуса речь идет. Šeit runa ir par Jēzu. Бог наш, Иисус наш грядет. Mūsu Dievs, mūsu Jēzus nāk. И не останется безмолвным. Un nepaliks klusu. И перед ним пожирающий огонь. Un viņa priekšā iznīcības uguns. И вокруг него сильная буря. Un visapkārt stipra vētra. Вот представьте вот эту картину. Iedomājieties šādu attēlu. Kako Jēzus придет? Kāds Jēzus nāks? Откровение 22.12. Atklāsmes grāmata 22. nodaļa 12. pāns. Иоанн, апостол Иоанн получил откровение. Un apustuls Jānis saņēma atklāsmi. Sie gridu skora. Redzi, es nāku drīz. I vazmēzdie maju sa mnoju. Un mana alga līdz ar mani. Štobu vazdāt každumu pa dēlām jīvo. Lai atmaksātu ik vienam pēc viņa darbiem. Вы знаете, jūs ziniet, звучит, ну, как предупреждение. Skan kā brīdinājums. Не правда ли? Vai ne? Не звучит так радостно. Neskan tik priecīgi. Радуйтесь. Приезжайте. Приду скоро. Наку дрейс. Дети мои, заберу вас. Берни, если уж понемшу. Не будете больше мучиться. Варяк юс, не моциситесь. Нет тут возмездия мое со мною. Не, туре ракстейц, кад нак сарману атмаксу. Чтобы воздать каждому. Лай доту катрам пец нопелну. По делам его. Пец виня дарбием. И четвертый стих, возвращаемся, Псалом. 49-й, 4-й стих. Un atgriežamies atpakaļ pie 50-tā psalma. Он призывает небеса сверху и землю быть свидетелями его суда. Viņš uzsauc debesīm augšā un zemē, lai tiesātu savu tautu. Над своим народом. Jā, tieši savu tautu. Вы понимаете, что я говорю? Jūs saprotiet, ko es saku? Суд. Tiesa. Над своим народом. Пар саву тауту. А ты чей народ? Ка таута то есть? Я его народ. Эс асм виня таута. Он придет. Винч апнакс. Судить? Содит. Кого? Куру. Там людей мирских? Тур пасал его с цилвекус? Нет. Не. Он придет судить. Меня. Винч накс. Tiesāt mani. Nu, spēcī sebe, tu jau narod. Pajautā sev, tu esi viņa tauta. Jā, da. Es jā. Kā tu pasirjos, nestanovišsa, pravda? Kaut kā kļūst ļoti nopietni. Sudīt pridzot, Jēzus. Jēzus nāks tiesāt. Tvoj narod. Savu tautu.
Пятый стих. Piektais pants. Соберите ко мне всех, кто верен мне. Sapulcējiet man svētos. Кто заключил со мной завет при жертве. Kas upurēdams slēdza ar mani derību. Представляете, всех, кто верен Иисусу. Iedomājieties, visi, kas ir uzticami Jēzum. Это очень серьезно. Tas ir ļoti nopietni. Он говорит, приди ко мне, ты верен мне, я тебя буду судить. Tu atnāc pie manis, kas esi uzticams, tu tiksi tiesāts. Вы понимаете, почему я как кувалдой получила по голове? Ну, saprotiet, kāpēc es saņēmu pa galvu kā kuvaldu? Я верна Иисусу. Es esmu uzticama Jēzum. Многие из нас верны Иисусу. Daudzi no mums ir uzticīgi Jēzum. Но они так думают, что они верны. Viņi tā domā, ka viņi ir uzticami. Они думают, что их не за что судить. Viņi domā, ka nav par ko viņu sodīt. И давайте посмотрим, за что же Иисус. Paskatīsimies, par ko Jēzus будет судить свой народ. Tiesās savu tautu. Потому что Псалом 49. Tāpēc, ka 50. psalms об этом пишет. Par to raksta. А представьте теперь меня утром. Iedomājieties tagad mani no rīta. Иисус грядет. Jēzus nāk. Суды будут. Būs tiesas. И слово. Un vārds. Ну, я, знаете, была потрясена. Ziniet, es biju satriekta. Соберите ко мне всех, кто верен мне, и кто заключил со мной завет при жертве. Пятый. Sapulcējiet man svētos, kas upurēdami slēdza ar mani derību. Значит, мы поняли, верный, я верный. Mēs sapratām to, ka es esmu uzticama. Скажи на себя, я верный Иисусу. Saki uz sevi, es esmu uzticama Jēzum. Es esmu uzticīgs Jēzum. Я верный Иисусу. Что такое завет? Kas ir derība? Со мной завет. Ar manim ir derība. Когда ты пришел в церковь, tad, kad tu atnāc uz draudzi, ты покаялся. Tu nožēloji grēkus. Ты заключил с Иисусом завет с Богом. Tu noslēdzi derību ar Jēzu, ar Dievu. Tur написано завет при жертве. Tur rakstīts upurs. Вторая часть, пятая. Kas upurēdams slēdza ar mani derību. Жертва. Upurs. Это означает, ты принимаешь жертву Иисуса Христа. Tu pieņem Jēzus Kristus upuri. Когда ты принимаешь то, tad, kad tu pieņem to, что Иисус умер за тебя, ka Jēzus nomir par tevi, заключаешь с ним завет, tu slēdz ar viņu derību. Ты с ним в завете. Tu esi ar viņu derībā. Что такое завет? Kas ir derība? Когда муж и жена, kad vīrs un sieva, вступают друг с другом в завет, ну, iet viens ar otru derībā, slēdz derību. Какие обеты они друг другу дают? Kādus apsolījumus viņi viens otram dod? Какие обеты они дают друг другу? Kādus apsolījumus viņi dod viens otram? Как вы думаете? Kā jūs domājat? Верность. Uzticība. Амен. Верность. Самое первое, что приходит, pats pirmais, kas nāk, где есть завет, kur ir derība, там есть верность. Tur ir uzticamība. Не надо долго. Uzticība. Там есть верность. Я буду с тобой до конца жизни. Ka es būšu ar tevi līdz mūža galam. Я буду тебе верна. Es tev būšu uzticams. Я буду тебе верен. Es tev būšu uzticīgs. Поэтому тот завет, который здесь описан, kāda derība šeit ir aprakstīta. Это такой же завет. Tā ir tā pati derība. Ты когда принимаешь Иисуса Христа в свою жизнь, kad tu pieņem Jēzu Kristu savā dzīvē, ты заключаешь с ним завет верности. Tad tu vispirms slēdz ar viņu uzticības derību. И когда ты приходишь в церковь, un tad, kad tu atnāc uz draudzi, Бог тебя приводит в церковь, Dievs tevi atved uz draudzi, в свою церковь, uz savu draudzi, за которую он же и умер, par kuru viņš arī nomira, чтобы она была такая церковь, lai viņa būtu šāda draudze, которую ты можешь прийти, kurā tu vari atnākt, и заключить завет, un noslēgt derību, в церкви, draudzē. Иисус так любил церковь,
Jēzus tā mīlēja draudzi, что он отдал за неё свою жизнь, ka viņš par viņu atdeva savu dzīvību. И мы прочитаем сейчас Ефесянам. Mēs tagad izlasīsim Efeziešu 5:23. 5. nodaļu, 23. pantu. Чтобы посмотреть ещё глубже, lai ieraudzītu vēl dziļāk, что такое завет, kas ir derība. Ведь муж – глава своей жене, как и Христос – глава и спаситель церкви, своего тела. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Христос – глава церкви. Kristus ir draudzes galva. Церковь и Христос – Draudze un Kristus – это одно. Tas ir viens. Тело Христа. Kristus – miesa. Когда ты заключаешь завет с Христом, kad tu slēdz derību ar Kristu, ты заключаешь завет с церковью. Tad tu slēdz derību ar draudzi. Мы все заключаем завет с Христом. Mēs visi slēdzam derību ar Kristu. Но мы забываем про завет с церковью. Un, bet mēs aizmirstam par derību ar draudzi. Отметьте себе это. Что отзимает? Будет глубина здесь. Шейт был дзилюмс. 25 стих. 25 панц. А вы, мужья, любите ваших жен так, как Христос полюбил свою церковь. Он самого себя отдал за нее. Вири, милиет саву севас, тапат, как Христос ир милиет саву драудзи, пат нододамес винес лаба. То есть, когда мы приходим в церковь, так как мы с однаком уздрауди, заключаем завет с Богом, сладзам дерибу ар Деву, мы также заключаем завет с церковью. Тапат мы сладзам дерибу ар драуди. Потому что церковь и Бог, тапец как драуди ун Деус, они неразрывны. Вини ир нещираны. Потому что Христос так сильно полюбил свою церковь. Tas ir tāpēc, ka Kristus tik stipri iemīlēja savu draudzi. Мы его церковь. Mēs esam viņa draudze. Вся вот эта вот организация. Visas šī organizācija. Это не человеческая организация. Tā nav cilvēciskā organizācija. Это его церковь. Tā ir viņu draudze. Это то, tas ir tas, что он так сильно любит. Kuru viņš tik ļoti stipri mīl. Это то место. Šī ir tā vieta, куда он привозит людей, kur viņš ved cilvēkus, чтобы заключать с ними завет, lai ar viņiem slēgtu derību, чтобы они стали частью церкви, lai viņi kļūtu par daļu no draudzes, чтобы все люди через церковь спаслись, lai visi cilvēki caur draudzi glābtos. Šestoj stih psalmov, psalm 49:6. И небеса возвещают о праведности Его, потому что сам Бог – судья. Un 50. psalms, 6. pantā, un debesis pauda viņa taisnīgumu, jo Dievs pats ir tiesnesis. Итак, сам Бог. Un tā, pats Dievs – судья. Ir tiesnesis. И этот суд начинается. Un šī tiesa sākās. Не с мира. Не no pasaules. С меня. Bet no manis. Поверни на себя пальчиком, покажи, с меня. Рада пирксту сэри, но манис. Я буду первый. Es būšu pirmais. Тот, кто будет отвечать. Kurš atbildēs. И нести ответственность за себя. Un esīšu atbildību par sevi. А за что ответственность? Par ko atbildību? Вот мы сейчас почитаем, за что. Un tagad mēs lasīsim, par ko. Седьмой стих. Слушай, народ мой. Septītais pants. Klausies, mana tauta. Народ – это я. Tauta – tā esmu es. Я буду говорить. Es runāšu. Говорить будет Иисус. Runās Jēzus. Израиль. Израиль. Я буду против тебя свидетельствовать. Es... Я Бог, твой Бог. Es brīdinu tevi. Es Dievs. Es esmu tavs Dievs. Восьмой стих. Astotais pants. Не за жертвы твои я тебя корю. Твои все сожжения всегда предо мною. Nevis tavu kaujamo upuru dēļ norāju es tevi.
Tavi dedzināmie upuri ir vienmēr manu acu priekšā. Žertvi, upuri, každý z nás, katrs no mums. Бог говорит не за жертвы. Dievs saka, nevis upuru dēļ. Мы приносим приношение. Mēs pienesam ziedojumus. Desetinu. Desito tiesu. Наша церковь, мы вообще очень жертвенная церковь. Mūsu draudze ir tā, kur daudz ziedo. Партнерские. Partneri. Очень партнеры, они, мы на самом деле даятельные. Partneri, tie ir tiešām devēji. Мы вот схватили этот духовный принцип. Mēs paņēmām šo garīgo principu. Sēņa žatvi. Sēju un pļauju. И Бог говорит, вы молодцы. Un Dievs saka, jūs esat malači. В этом вопросе. Šajā jautājumā. Я все вижу. Es visu redzu. Каждая твоя жертва. Katru tavu upuri. Она перед моими глазами. Viņa ir manu acu priekšā. Я вижу, что ты жертвенный. Es redzu, ka tu esi devīgs. Девятый стих. Девятый панц. Мне не нужен ни бык из твоих загонов, ни козлы из твоих дворов. Es neņemšu vēršus no tava nama, nec āžus no tava ganāmā pulka. Он не нуждается в деньгах. Viņam nav vajadzīga nauda. Десятый. Ведь все звери в лесу мои и скот на тысячи гор. Jo man pieder visi meža zvēri, visi kustoņi pa tūkstošiem kalnos. 11. Я знаю всех птиц в горах и все, что живет в полях. Man ir zināms ik viens putns gaisā, un visi lauku kustoņi ir manā ziņā. 12. Если бы я был голоден, Бог был голоден. 12. Pants. Ja man gribētos ēst, tas ir, ja Dievam gribētos ēst. То не сказал бы тебе, ведь мне принадлежит вселенная и все, что наполняет ее. Tas man nebūtu tev jāsaka, jo man pieder pasaule un viss tās pilnums. Бог говорит, ты меня этим не можешь, ну как, впечатлить. Dievs saka, tu man ar to nevari iespaidot. Ты несешь там, я уж говоришь, десятину. Tu nes desmito tiesu. Так она и так его. Viņa tāpat pieder viņam. Все принадлежит ему. Весь пьедер виноват. Ты думаешь, ты сам зарабатываешь? Ты думаешь, что ты пац нопелны? Ты думаешь, это твои деньги? Ты думаешь, это и тау науда? Все деньги, это его деньги. Виса науда, та и виня науда. Вот эти деньги, которые я получаю, это не мои деньги. Виса науду, кое саням, та нау мана науда. Все богатства мира принадлежат вселенной, принадлежат ему. Висас пасаус богатыбс, вис висумс пьедер виням. Мы не можем купить Бога. Мы с неверам нопирк Деву. Понимаете? Сопротивит. Он говорит, не, я тебя не корю, что ты приносишь жертву. Эстеви не упрекаю. Эстеви не пармет, как ты перес упор. Ты молодец, ты жертвенный. То есть молодец, то есть как с нас зедуем. Но не этим ты меня купишь. Bet не ar to tu mani uzpirksi. Я смотрю на кое-что другое. Es skatos uz kaut ko citu. Не суммой своего пожертвования. Не весь но того суммы, сколько ты упорая. 14 стих. 13 стих. Разве я ем мясо быков или пью козлиную кровь? 13 панц. Vai tad, lai es ēdu vērša gaļu un dzeru āžu asinis? Это все равно, что Бог тебя спрашивает. Tas ir vienalga. Tas apmēram tā, kā Dievs tev jautātu. Разве я хожу в Lidl покупать молоко? Vai tad es eju uz Lidl pirkt pienu? Или в Максиму? Vai uz Максиму? Нет. Nē. У него и так все есть. Viņam tāpat viss ir. 14 стих. Принеси хвалу в другом переводе. Жертву благодарения, жертву Богу. И исполни свои обеты перед Всевышним. 14 пантā. Nes Dievam pateicību, kā upuri, un tā pildi visaugstākajam savus solījumus. И 15 стих. И тогда призови меня в день бедствия. И я спасу тебя, а ты прославишь меня. Un 15. Pantā. Un piesauc mani bēdu laikā, tad es izglābšu tevi, un tev būs mani godāt. А теперь? Un tagad? Давайте поговорим. Parunāsim. О чем же здесь идет речь? Par ko šeit iet runa? Что такое принести жертву благодарения? Kas ir pienest pateicības upuri? И исполнить свои обеты. Un pildīt savus solījumus. Ну, начнем с обетов. Сапсим ар солиумен. И вспомним, о чем
чем мы говорили перед этим? У нас резюмес, про ко мы срунаем пирмстам. Какие обеты мы заключаем, когда мы вступаем в брак? Кадус апсолимс. Обеты мы даем, когда мы вступаем в брак. Кадус мес апсолимс додам, кад мес слэдзам лаулиб. Обет верности. Устицилимс. Аминь. С Иисусом. Ar Jēzu iz cerkvi un ar draudzi. No, kak časta ļūdzi uhodat iz cerkvi? Cik bieži cilvēki aiziet no draudzes? I kak lihko nieta dzēlot? Un cik viegli viņi to izdara? Naši cerkvi toži jest ļūdzi, katori uhodīli. Mūsu draudzē arī ir cilvēki, kuri aizgāja. Lihko. Viegli. Sadnava slova. Ar vienu vārdu. Как вы думаете, человек, который уходит из церкви? Кайус думает, как человек айзет но драудис. Он от пастора уходит? Винч но мацитая айзет. Он от Бога отходит? Винч отъед но дева. Вот как вы думаете, а что человека выводит из церкви? Кайус думает, как человеку изведет но драудис? Гордость. Лапнумс. Как человек выходит? Он, ему слово сказали какое-то? Как человек айзет, когда виням паса каду варду, он то сюда. Он обижается. Винч апвайнуяс. Его обидели. Виню айзвайнуя. Обида это гордость. Айзвайнуем стайр лепный. Обиженный это гордый человек. Апвайнуатайс то сир лепный человек. И он в своей вот этой гордости, винч сава лепный ба, он уходит. Айзет. Но он уходит не от пастора. Винч не айзет, но мацей. Он уходит не от человеческой организации. Винч не айзет, но цилвайцеска с организацией. Он уходит оттуда, где он покаялся. Винч айзет, но та светскур, винч ножалой грэкус. Оттуда, где он чувствовал помазание. Но та светскур, винч юта свайдыю. Куда Бог его привел. Кур Деус виню переда. Он взял и ушел легко. Viņš paņēma un tā vienkārši viegli aizgāja. Apīdzilsa. Aizvainojās. Izpilnīja biecvai viernesti? Vai viņš izpildīja solījumu, uzticības solījumu? Bogu gavarīt. Un Dievs saka. Ja būtu sudzīt sebā. Es tevi sodīšu. Za to, šo te neizpilnējuši abieti. Es tevi tiesāšu, tāpēc, ka tu neizpildīji savu solījumu. Слово так говорит. Tā vārds saka. Знаете, в свое время, ziniet savā laikā, мой муж от Бога, mans vīrs no Dieva. Бог, ну, я была в процессе. Es biju procesā. Это не означает, что ты не можешь обижаться. Tas nenozīmē, ka tu nevari apvainoties. Мы же в церковь приходим гордые все. Mēs uz draudzi visi nākam lepni. Все обижаемся. Visi apvainojamies. Наше самое любимое занятие – обижаться. Mūsu pati mīļākā nodarbe ir apvainoties. Я так часто обижалась на своего мужа. Es tik bieži apvainojos uz savu vīru. Я 2 года жила просто в полной обиде. Es 2 gadus dzīvoju pilnīgā aizvainojumā. Я вообще не могла из этого вылезти. Es vispār no tā nevarēju iziet. Я обижалась по каждому пустяку. Es apvainojos par katru sīkumu. Пока однажды Бог меня не обличил. Камер, вена резе, Диос мане атмоскоје. Ты думаешь, ты на своего мужа обижаешься? Ту дома, като апвайно есу саву виру. Ты не на мужа обижаешься, ты на меня обижаешься. Ту не апвайно есу звир, бету апвайно есу з мане. Зачем я тебе такого мужа дал? Капец, естел таду виру дэв. Знаете, я тут же получила свободу. Зинет, тулит эс ари санем бривиб. Потому что когда ты обижаешься, tad, kad tu apvainojies на служителя в церкви, uz draudzes kalpotāju, вот он тебе построже что-то сказал, viņš tev stingrāk kaut ko pateica, ты не на служителя обижаешься, ne tu uz kalpotāju apvainojies, ты на Бога обижаешься, tu apvainojies uz Dievu. Зачем он тебе такого служителя дал? Kāpēc viņš tev deva tādu kalpotāju? Такого лидера дал? Tādu līderi iedeva. Ты на пастора обиделся? Ты уз мацитая извайнуешь. Ты не на пастора обиделся? Не, ты не обвайнуешь уз мацитая. Ты на Бога обиделся? Бет обвайнуешь уз Деву.
Зачем он тебе такого пастора дал? Капец, он ждет тебя от мацита. Бог, зачем ты вообще умер за эту церковь вообще? Деус, капец, ты виспар номер по шо драудзе. То есть человек, тасир цилвакс, он не понимает, винч не сопрот, что он уходит не из церкви, как винч изъет но драудзес. Не из церкви, как винч изъет не весь но драудзес. А от Бога он уходит. Бет айзет но дева. Вот это есть завет. Лукши и дериба. И обеты. Он солью. Потому что где есть завет? Тур кур ир дериба. Там есть обеты. Тур ир ари солиюми. Ты что, ты должен делать в церкви? Тев каукас драудзе ир ядар. Быть верным. Буд устицама. Это все, что тебе нужно делать. Тас ир вискас тев ир ядар. Быть верным там. Буд устицейгам тур. Куда Бог тебя поставил. Кур Диос теви нолика. И если ты будешь верным малым, я тубус устицейкс мазума, Бог поднимет тебя над многим. Та Диос тев пацелс пад даудзум. Но все равно, как часто мы обижаемся. Bet tik daudz mēs apvainojamies. Знаете, gordi человек. Ziniet, lepns cilvēks. Это такая легкая добыча для дьявола. Tas ir tāds viegls medījums priekš velna. Дьявол тебя обманывает просто в два счета. Velns tev vienā mirklī apmāna. Gordi человек, он легко уходит. Ну, дьявол легко может его обмануть. Velns viņu var viegli apmānīt. Гордый человек – это тот, который ропщет. Лепнес цилвекс – тас куш курн, который критикует церковь. Куш критизает драудзе. Ну, ропщет на церковь, да. Курн уз драудзе. Это гордый человек. Тас ир лепнес цилвекс. Все не так. Весь ир не така ваяг. Ничем, вечно всем недоволен. Венмер ир не апмерна цар вису. Любви здесь нету. Милстейб шейт нау. Это гордый человек. Тас ир лепнес цилвекс. Поэтому дьявол обманывает. Тапец велнс апман. Его задача, виня уздавумс, разрушить этот завет. Ир изардить шо дерейб. И, конечно же, незнание закона, он освобождает тебя от ответственности. Но ликуму не знашен, стеви не отбриво, но отбилдейбс. Если ты, тебя дьявол обманул, я теви сатанс обманы. И ты ушел. Un tu aizgāji. Может быть, кто-то в прямом эфире смотрит. Varbūt kāds tiešajā ēterā skatās. Милость Божья. Dieva žēlstība. Она велика. Viņa ir varana. Ты можешь всегда покаяться. Tu vienmēr vari nožēlot. И ты вернешься на то же место. Un tu atgriezīsies tajā pašā vietā. И отец тебя ждет. Un tēvs tevi gaida. Со всеми почестями. Visu labo viņš tev dos, kad viņš tevi sagaidīs. Он тебя вернет на прежнее место. Viņš tevi atgriezīs uz iepriekšējā vietā. Откуда ты, ну, откуда ты ушел? No tās vietas, kur tu aizgāji. Далее. 16 стих. 16 панц. Но нечестивому Бог говорит. Bet bezdieviem tas kungs saka. Кого он называет нечестивым? Ko Dievs sauc par bezdievi? Вот того самого верного. Tieši to pašu uzticīgo. Который неверный, оказывается. Kurš ir neusticīgs. Вот тот самый верующий. Tieši tas ticīgais. Который уходит из церкви. Kurš aiziet no draudzes. Обижается. Apvainojās. 16. Как ты смеешь возвещать мои уставы и говорить о моем завете? Ко ту даудзин ману сликумс у нем ману дерибу сава муте. Представляете? Варат едломатес. О чем здесь идет речь? Паркошает едруна. Это человек. Tas ir cilvēks. Он уходит из церкви. Viņš aiziet no draudzes. И он начинает рассказывать другим людям. Un viņš sāk stāstīt citiem cilvēkiem. Что у него с Богом все хорошо. Ka viņam ar Dievu viss ir kārtībā. Что он в отношениях с Богом. Ka viņš ir attiecībās ar Dievu. Что ему церковь не нужна. Ka viņam draudze nav vajadzīga. Бог говорит ему, ты нечестивый. Dievs saka, ka tu esi nešķīsts. 17 стих. 17 панц. Ты ненавидишь мое наставление и бросаешь за спину мои слова. Я ту ienīsti pamācību un laid manus vārdus par galvu. Представляете? Varat iedomāties.
Он его называет, viņš viņu sauc, что он ненавидит наставление, ka viņš ienīst pamācību. Этот человек просто не понимает. Vienkārši šis cilvēks nesaprot, что Бог наставляет его через церковь, ka Dievs viņu pamāca caur draudzi. Но ему Бог не нужен. Bet Dievs viņam nav vajadzīgs. Он вышел из церкви. Viņš izgāja no draudzes. И далее, 18. Увидев вора, ты с ним сближаешься и водишь дружбу с прелюбодеями. У нас тоже пациентаюсь панц, который редит загли, то есть виням пар драугам, ту бедруес ар лаулейбс пар капеем. Кто такой вор? Кас ир заглис? Кого Бог называет ворами? Куру Деус сауц пар заглием? Кто не дает десятину? Те, куры не дают десяту тесу. Кто не ходит в церковь? Куры не накус драудзи. Такие же, как он. Те же так, как слышишь. Может быть, когда-то они взбунтовались. Варбут вене сабунтояс. Вышли из какой-то церкви. Изгайно как с драудзи. И вот этот человек вышел. Он через целец изгайно. Он увидел того. Он через раудзи и то. Он с ним сближается. Венчар веню сатувинас. И водит дружбу с прелюбодеями. Он бедруяс ар лаулейбс паркапеем. Что значит прелюбодей? Ko nozīmē laulības pārkāpējs? Это тот, кто приступает завет. Kas pārkāp derību. Это не обязательно мужчина и женщина. Tas nav obligāti vīrietis un sieviete. Это человек. Tas ir cilvēks. Который такой же верующий. Kas ir tieši tāds pats ticīgais. Который обиделся. Kurš apvainojās. Ušol. Aizgāja. И вот здесь он сказано про него, что он прелюбодей. Он шайт тейт, что он шир лаулейбс паркапес. Может быть, он ушел с одной церкви, пошел в другую церковь. Варбут он изгай но венс драудзис и наизгай уз циту драудзис. Потом следующую церковь. Тад узнакошо драудзис. Потом посмотрел 150 служений на интернете. Тад паскатия 150 деокалпоемс интернета. Для него церковь? Пречвиня драудзис. Это как... Извиняюсь. Женщина, которая стоит на улице и предлагает. Tas ir apmēram tā, ka sieviete stāv uz ielas un sevi piedāvā. Вот так он примерно, вот так вот здесь описываются вот такие люди. Tā šeit tiek aprakstīt šādi cilvēki. 19. pants. Это, конечно, жестко. Что здесь написано? Tas ir ļoti stingri, kas ir rakstīts. Вы должны понять, почему меня это так, ну, просто, ну, шокировало. Tas ir, jums jāsaprot, kāpēc man tas šokēja. Ты даешь злословить своим устам, и язык твой сплетает ложь. Savai mutei tu ļauj vaļ runāt ļaunu, un tava mēle pauž melus. То есть, с кем он начинает злословить? Kur viņš sāk runāt ļaunu? С теми людьми, с которыми он общается. Ar tiem cilvēkiem, ar kuriem viņš sarunājas. Когда он вышел из церкви. Satiekās, kad viņš izgāja no draudzes. 20. 20. pants. Ты всегда обвиняешь брата, клевещешь на сына своей матери твоей. Tu sēdi un runā ļaunu pret savu brāli, tu apmelo savas mātes dēlu. То есть осуждают братьев. Tas ir nosoda brāļus. Сестер. Māsas. Служителей. Kalpotājus. Клевещут. Aprunā. 21. Мне вообще даже тут плакать хотелось. 21. pants, man jau šeit gribējās raudāt. Ты творил это, а я молчал. Бог говорит. Dievs saka, tā tu dari, un kad es ciešu klusu. И ты решил. Un tu domāji, что я такой же, как ты. Ka es esmu tāds pats kā tu. Но я обличу тебя. Tādēļ es pārmācīšu tevi. И в глаза тебя обвиню. Un turēšu to tev acu priekšā. Ты творил это, а я молчал. Tu radīji to, un es klusēju. Ты решил, что я такой же, как ты. Tu nolēmi, ka es esmu tāds pats kā tu. Но я обличу тебя. Bet es tevi atmaskošu. И в глаза тебя обвиню. Un tavās acīs tevi apvainošu. Алло. Алло. Это любящий Бог. Tas ir mīļošais Dievs. Но к вам это не относится, вы верные. Tas uz jums neatiecās, jo jūs esat uzticami. Каждого на сердце.
Katram tas ir uz sirds. Посмотри в своё сердце. Paskaties uz savu sirdi. Где ты верный, а где ты неверный? Paskaties, kur tu esi uzticīgs un kur tu neesi uzticīgs. Дух Святой обязательно тебе покажет. Dievs svētais garš tev obligāti parādīs. Но как часто мы пытаемся стянуть Бога на свой уровень? Cik bieži mēs mēģinām Dievu noraut uz savu līmeni? Бог думает, мы думаем, что Бог такой же, как мы. Viņš domā, ka Dievs ir tāds pats, kā, kā viņš. 22 стих. 22 pants. Можно ли потерять спасение? Vai var pazaudēt glābšanu? Запомните это. Ievērojiet to. Забывающие о Боге. А, запомните это, забывающие о Боге. Или я растерзаю вас, и не будет для вас спасителя. Ievērojiet to jūs, kas Dievu aizmirsuši, lai man jūs nav jāsaplosa, un glābēju jums nebūs. И 23-й, приносящий мне в жертву хвалу или жертву благодарения, чтит меня. 23-й панц, kas pienes upurim pateicību, tas tur mani godā. Кто идет по праведному пути, я явлю спасение Божье. Un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Вы знаете, жертва благодарения. Ziniet, pateicības upuri. Это не обязательно какая-то жертва материальная. Та нам обыгаты кадр, материал, хотя это материал тоже. Упорс, я. Хотя это тоже. Каутари, те ж та сари, я. Жертва благодарения. Патайцибус упорс. Это когда ты обижаешься. Та сэр тат, ка ту апвайнуес. Но ты преклонил себя. Ту сэви салаузы. И сказал Бог. Он тейци Диос. Я благодарю тебя за своего мужа. Es tev pateicos, kungs, par savu vīru. Paveici, vai tad moment? Ticiet, šajā momentā. Это такая жертва. Tas ir tāds upurs. Tev хочется, ну, стукнуть чем-то. Tev gribas ar kaut ko iesis. А ты себя преломляешь. Bet tu sevi salauzi. Говоришь, я благодарю тебя, Бог. Un saki, es tev pateicos, Dievs. Когда ты по-настоящему себя преломил. Un kad tu sevi pa īstam salauzi. Божья сила сходит. Dieva spēks nonāk. На смиренное сердце приходит. Уз пазамейгу сердинак. На гордое неа. Бет уз лапна не. Ты в обиде. То есть айзвайнут. Бог противится тебе. Диос прето я стел. Первое послание Петра 5.5. Пирма Петра. Пекта модель, пекта испанц. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же подчиняясь друг другу. Облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Tāpat jaunākie, esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi cits citam padodamies, apjozieties ar pazemību, jo Dievs stāv pretīm lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlstību. Жертва благодарения – это когда ты обиделся на пастора. Pateicības upurs, kad tu apvainojies uz mācītāju. И ты подошел к нему или позвонил к нему и сказал, как ты пе виня пегай, вай виням позвони он тейци. Прости меня, я на тебя обиделся. Педот, эс уз тевим апвайнойос. Это жертва. Та сир упорис. Себе нужно сломаться где-то. Тев кау курир ясалус. На эту жертву придет огонь. Он ищи упор, а и там огонь. И он тебя избавит от твоей гордости. Он винч тев отбривос, но ши слепнибс. No tavas lepnības. No manis. Поэтому ты приносишь приношение. Un tāpēc tu nes pienesumus. Десятины. Десятого тесу. Партнерски. Партнерус. Это хорошо. Tas ir labi. Ты сеешь. Tu сей. Ты получаешь обратно. Tu саņem atpakaļ. Но Бог смотрит на твое сердце. Dievs skatās uz tavu sirdi. На завет. Уз дерибу. На обетование. Уз абсолимые. Псалом 50. 50 псалм. 19 стих. 51 псалм. 19 панц. Жертва Богу. Дух сокрушенный. Сокрушенное и смиренное сердце Божие. И ты не пренебрежешь. Упор, кас патик Девам, ир сатрец гарс. Salaustu un sagraustu sirdi. Tu, Dievs, nenoraidīsi. I 21. Tagdā būdut ugodni tebie pretpisanie žertvi, vaznošenie i vsesažžene. Tagdā privedut bykov k
твоему жертвеннику. 21. Пантс. Tad tev patiks taisnības upuri, dedzināmais un kopējais sadedzināmais upurs, tad ļaudis upurēs vēršus uz tava altāra. И тогда будут угодны все твои приношения, все партнерские и десятины. Un tad būs patīkam visas desmitās tiesas, visi pienesumi un partneri. Когда твое сердце будет смиренное, когда твое сердце будет позанное, когда ты при каждой жертве своей, когда ты при каждой жертве упора, ты приложишь жертву благодарения, когда ты пелец потеется упоры. Она не будет исчисляться в материальном. Материально. Меня не так свертает материал. Но Бог видит твое сердце. Bet Dievs redz tavu sirdi. Ты можешь говорить, о, я партнер 20 лет во всемирном служении. Tu varēsi teikt, ka tu esi 20 gadus vispasaules kalpošanā, ka tu esi partneris. Но если ты не смиренный, bet ja tu neesi pazemīgs, если ты гордый и обидчивый, ja tu esi lepnus un aizvainojies, и если ты неверный и не исполняешь обеты, un ja tu neesi uzticams un nepildi solījumus, то суд грядет, tad tiesa nāk, и тебе нужно покаяться, un tev ir jānožēlo, пока не поздно, kamēr nav par vēlu, и пусть Бог будет милостив к тебе. Un lai Dievs ir žēlsirdīgs pret tevi. Вот такое сегодня слово. Lūk tāds vārds šodien. И я буду молиться. Es lūkšos. За все наши приношения. Par visiem mūsu pienesumiem. Десятины и партнерские. Desmitās tiesas un partners. За каждую жертву благодарения. Par katru pateicības upuri. За то, что я здесь нахожусь. Par to, ka es šeit atrodos. Каждый в своем сердце. Катер сова сирды. Ты можешь сказать. Тварь тейк. Бог, я благодарю тебя. Dievs, es tev pateicos, что ты привел меня в эту церковь. Ka tu mani atvedi šajā draudzē. Бог, я благодарю тебя. Dievs, es tev pateicos, что ты дал мне вот эту работу. Ka man tu devi šo darbu. Я благодарю тебя за все, что со мной происходит. Es pateicos par visu, kas notiek ar mani. Я доверяю тебе всю свою жизнь. Es uzticu visu savu dzīvi. Бог, сойди огнем своим. Dievs, nāc ar savu uguni. На мое смирение перед тобой. Uz manu pazemību tavā priekšā. На мою кротость. Uz manu pazemību. Бог, обличи каждого из нас. Dievs atmasko katru no mums. Где и в какой сфере? Jebkādā sfērā. Я не верен тебе. Kur es neesmu uzticams tev. Я не верен завету с тобой. Es neesmu uzticams derībā ar tevi. Бог, и прости меня. Dievs, piedod man. За всякую неверность. Par katru neusticību. Где я был неверен тебе. Kur es biju neusticīgs tev. Я каюсь. Es nožēloju. Я отрекаюсь от этого. Un es no tā atsakos. Бог, прости меня, Господь. Dievs, piedod man. Я хочу быть верным. Es gribu būt uzticīgs. Используй меня. Izmanto man. В том месте. Tai vietā. Куда ты меня поставил. Kur tu mani esi vēlis. Я благодарю тебя за каждого служителя. Es tev pateicos par katru kalpotāju. Который ведет меня. Kurš mani ved. Говори ко мне, Господь. Runā uz mani, Kungs. Через них. Caur viņiem. Обличай. Atmasko. Сокруши мое сердце. Lai ir pazemīga mana sirds. Чтоб она стала смиренным. Lai viņa kļūst pazemīga. Кротким. Pazemīga. Дух Святой, спасибо тебе. Слава тебе, Господь. Дух Святой, спасибо. Сойди огнем своим на эти пожертвования, на эти десятины. Меняй нас, Бог, на основании этих десятин пожертвований, партнерских, Господь, чтобы наша жертва была угодна тебе, Господь, чтобы суд Твой не сошел на нас. Помилуй, Бог, помилуй нас, Господь, от суда Твоего, Господь. Мы хотим быть верны Тебе, и мы благодарим Тебя за это слово, Господь, которое меняет нас, которое предупреждает нас. Это Твоя любовь. Твоя любовь. Твоя любовь к каждому из нас. Спасибо тебе, Бог. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя, Слатьян. Бринчить вард. Он, я скажу так, когда... Tas tā ir, ka Dievs pēdējos laikos kārto savu draudzi. Так есть, что в последние времена Бог приводит в порядок свою церковь.
viss sākās no sirds. Все начинается от сердца. Un, diemžēl, tā ir pilnīga taisnība. И, к сожалению, это полная правда. Kad Dievs lepniem pretojas. Что Бог противится гордым. Un mēs pēc būtības visi. И мы по своей сути все. Mēs skatāmies pagāni. Мы язычники. Pirms mēs atnācām pie Dieva. Перед тем, как мы пришли к Богу. Когда мы сатнакам пред Дева. Когда мы пришли к Богу. Я его сатратесь. Если вы помните. Когда мы слушаем грех, ножал слушаем. Когда мы молимся молитвы покаяния. Мы сножаем весь грех. Мы каемся во всех грехах. Мы слушаем, как Кунг сенак муздивес. И мы молимся, чтобы Бог пришел в нашу жизнь. И мы садуем салдзию виням. И мы отдаем свою жизнь Ему. Tas ļoti labi skan, tie grēki nožēlas. Это очень красиво и хорошо звучит, когда мы каемся. Bet tālāk mums ir mācības. Но дальше у нас учение. Un tālāk mums ir pašiem. И дальше нам нужно самим. Apzināt. Осознанно. Savu sirdi. Своё сердце. Savu dzīvi. Свою жизнь. Pakļaut Dievu vārdam. Подчинить Слову Божьему. Mēs nākam mācamies. Мы приходим, учимся. Pēc tam, kad mēs esam triādē. А когда мы в триаде. Mēs to pārunājam. Мы обсуждаем это, говорим об этом. Mēs par to lūdzam. Мы молимся за это. Un mēs to pieņemam. И мы принимаем это. Tas nozīmē, ka man ir jāpakļauj sevi. Это означает, что мне нужно себя подчинить. Dievu vārdam. Божьему слову. Un jādzīvo savādāk. И жить по-другому. Dievu vārdā teica, kas agrāk zaga. Кто раньше, слово говорит, кто раньше воровал. Lai tagad nezog. Чтобы не воровал. Bet dzīvo godīgi. Но жил бы честно. Kas agrāk aprunāja cilvēks. Кто раньше обсуждал людей. Lai vairāk tā nedara. Чтобы так больше не делал. Jo tad sanāk, ka tu sludini Dievu. Потому что получается, что ты проповедуешь Бога. Vai kaut ko kādam stāst par Evangeliju. Или кому-то рассказываешь про Евангелие. Bet turpat ar saviem draugiem apmazgāt citam kauliņus. А со своими друзьями обмываешь кому-то кости. Un mums ir jāmainās daudzās lietās. И нам нужно меняться во многих. Un tāpēc mums ir garīgais audzinātājs. И поэтому у нас есть духовный наставник. Kurš tev kaut ko uzprasa. Который что-то тебя спрашивает. Kurš tev kaut ko parāda. Который что-то тебе показывает. Kurš tev parāda, kur tev jāmainās ir. Который показывает, где тебе нужно меняться. Un tā vietā, lai tu uzsprāgtu. И вместо того, чтобы взрываться. Tu jāsaka, jā, okay. Тебе нужно говорить, да, окей. Varbūt man nevienmēr vēl sanāk. Может быть, еще не всегда получается. Bet es tiecos uz turieni. Но я стремлюсь туда. Es gribu izmainīt. Я хочу измениться. Kungs, palīdz man. Бог, помоги мне. Un Dievs, ja tev ir tāda nostāja. И вот когда у тебя такая позиция. Dievs tev palīdzēs. Бог тебе поможет. Bet ja tev kaut ko pasaka. Но когда тебе что-то говорят. Ziniet, kā ir cilvēkam, kurš, nu, negrib mainīties. Знаете, как есть у людей, которые не хотят меняться? Viņš pirmām kārtām nepieņem. Он первое, что он не принимает. Ты ему как-то вернись пасак. Ты ему что-то однажды говоришь? Viņš jā. Он говорит, да. Pēc tam viņš vēl joprojām dar pa vecam. А он до сих пор делает по-старому. Kāpēc? Почему? Viņš nav apsēdies. Он не сел. Viņš nav izanalizējis. Не проанализировал. Viņš pats nav to atdevis Dievam. Он сам не отдал это Богу. Vai sirdī nav pateicis, Kungs, izmaini mani? И в сердце не сказал, Бог, измени меня. Un tagad man ir jāsaka tas otro, trešo, piekto reizi. И вот когда мне нужно говорить второй раз, третий, пятый раз. Liec mieru, nu vienreiz pateicis, nu pietiek jau, es sapratu, liec mieru. Ты говоришь, оставь меня в покое, ну понял, ты мне уже однажды сказал, понял. Tas nozīmē. Это означает. Viņš nav sapratis. Он не понял. Tāda reakcija ir cilvēkiem. И такая реакция у людей. Kuri visu laiž gar. Наставление. Gar ausī. Jā. Да, который все пропускает мимо ушей. Лук, ну так, а тут отдали. И вот когда ты так делаешь. То Dievs no augšas hell. Да Бог говорит, эу. Tu pārkāp manu derību. Ты нарушаешь мой завет. Tu nemaz netaisies pildīt tos solījumus. Ты даже вот эти обеты не собирался исполнять. Par ko mans dēls Jēzus nomira? За что мой сын Иисус умер? Un Dievs ir pilns žēlstības. И Бог, он полон благодати. Viņš uzreiz tev, nu, nedod pa lipu. Он сразу тебе не дает по мозгам. Jā. Viņš gaida un domā, jau, nu izmainīsies varbūt. Он ждет и думает, ну поменяется может быть. Bet tad paiet kaut kāds laiks. Но проходит время. Un Dievs zinās, ka tu nemaz neskaties uz to pusi. И Бог, он видит, что ты даже не смотришь в ту сторону. А как cilvēks tad jūtās? А как же человек чувствует?
Nu, Dievs piedeva tā kā. Nu, kā bija Bog prastīju. Nekā slikti tā kā nejūt. Ničo plahova tā kā bija nečūtu. Un cilvēkā rodās doma. Un mīsli priekodīt v čelēkē. Nu, viņš taču saprot, kā es, kādos apstākļos es esmu. Nu, он же понимает, в каких я обстоятельствах. Un viņš tas cilvēks padomā, ka Dievs ir tāds pats. Jo, этот человек думает, что Бог такой же. Un viņš vairāk nedomā par to lietu, kā tik no viņas vaļā. И он больше не думает, как вот от этой вещи освободиться. Un es ticu, ka Dievam tas vienreiz piegriežās. Я верю, что Богу однажды это надоест. Un viņš saka, jau klausies, es atnākšu. И он говорит, слушай, я приду. Un es turēšu tiesu ar tevi. Я буду судить тебя. Ко ты издарил то ман вару? Что ты вот сделал с этим словом моим? Лук, он та сед нопи. И вот это серьезно. Он нам шодиан, и та де абстракли. И у нас сегодня такие обстоятельства. Шодиан, ютуба я паскатас. Вот если на ютубе посмотреть. Лёд даудз мацитай, слудин попедеям лайкем. Очень много проповедников, пасторов, свидетель, проповедуют про последние времена. Ka Jēzus nāk. Что Иисус придёт. Ir daži, kas ir teikuši. И некоторые говорят. Ka mēs esam tā paudze. Что мы есть то поколение. Ka mēs piedzīvosim viņa atnākšanu. Что мы переживём его пришествие. Un ja mēs skatāmies, ko mācītāji Nadja runāja. И если мы смотрим, что Надя, пастор Надя говорила. Ka Jēzus nāk. Что Иисус грядёт. Рынти ветра. Вокруг. Буря вокруг. Kas mums notiek Latvijā? Что у нас происходит в Латвии? Un lielākā daļā pasaulē. И в большей части миру. Vakcinācija. Vakcinācija. Cilvēku dalīšana. Разделение людей. Šis ārprāts. Вот этот ужас. Tā ir vētra. Это буря. Kas notiek? Которая происходит. Un kungs nāk. Господь грядёт. Turēt tiesu. Судить. Ar savu tautu. Svoj narod. Pirmām kārtām. Pirmajā očeredī. Tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Поэтому нам надо быть очень внимательными. Kā ir rakstīts Dieva vārdā? Как написано в Слове Божьем? Kad būs paraušana. Что будет? Восхищение? Divi gulēs gultā. Будут двое лежать на постели. Vienu paņems, otrs paliks. Одного возьмут, а другой останется. Būs draudze, cilvēki. Будут в церкви люди. Kas iet ar Dievu no sirds. Которые идут с Богом от сердца. Viņus paņems. Их заберут. А те, kas dzīvo dubultu dzīvi. А те, кто живут двойной жизнью. Tie paliks. Они останутся. Kādā kategorijā tu esi šodien? Сегодня ты в какой категории? Pie tā ir jāpiedomā. Об этом надо подумать. И ceļš tiem, kas ir. Особенно тем, кто. С детства верующие. Kas ir ticīgs jau no 90. Gada. Которые верят с 90-х годов. Mums ir jābūt uzmanīgiem. Нам надо быть внимательными. Tu varbūt tās tic no 90. Gada. Ты, может быть, с 90-х годов. Веришь. Веришь. А tu vēl joprojām neesticis vaļā no lepnuma. А ты до сих пор не освободился от гордости. No tiesāšanas nosodīšanas. От осуждения. Aprunāšanas. От сплетен. Un vēl no kaut kā. И еще много чего. Vai tu tiksi paņemts? Будешь ли ты восхищен? Ответ под себя свой ответ. Ответь сам себе на этот вопрос. Я хочу сказать, Патрик, у нас есть последний лайк. Хочу сказать, у нас последнее время. Когда нам со своим сердцем надо к Богу. Когда нам надо с нашими сердцами приходить к Богу. Он и стоит так. Я брать с небеси. Просто кричать в небеса. Kungs, palīdz man, es gribu izmainīties. И кричать, Господь, помоги мне, хочу измениться. Ну, tu iedomājies tikai tādu variantu. Ну, вот представь себе только такой вариант. Ka pusdraudz aiziet, un tu paliec. Что полцеркви уйдет, а ты останешься. Un ej cauri visam šitam ārprātam, kas šeit tagad notiek pasaulē. И будешь проходить через этот ужас, который происходит в миру сейчас. Es negribētu to piedzīvot. Я бы не хотел это переживать. Tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Поэтому нам надо быть очень внимательными. Jānāk Dievu priekšā, kamēr mēs vēl varam. Приходить перед Богом, пока мы еще можем. Un teikt, kungs, neatlaid mani. И говорить, Господь, не отойди от меня. Jā, es esmu grēkojis. Да, я грешил. Varbūt es vēl šodien grēkoju. Может быть, и сегодня грешу. Kungs, paņem mani. Господь, возьми меня. Maini. Меняй меня. Darbojies. Работай со мной. Mēs dzīvojam vētrā. Мы живем в этой буре. Mums riņķi ir vētra. У нас буря вокруг. Un ja mēs skatāmies pēc rakstiem. Если мы смотрим по писаниям. Tā kungs ir vētras vidū un nāk. То Бог, он внутри этой бури, он идет. Un viņš ir ļoti tūl. И
И он очень близок. Vienreiz kungs uzrunāja manu sievu. Однажды Бог проговорил к моей жене. Viņš pateica, es esmu tuvāk, nekā tu spēj iedomāties. Он сказал ей, я ближе, чем ты можешь себе представить. Dažkārt mēs aiz grēka mums ir tā acis aizmēlētas. Иногда у нас из-за греха так глаза закрыты. Ka mēs neredzam, ka Dievs jau ir pie durvīm. Что мы не видим, что Бог он перед дверьми. Tāpēc Dieva vārds saka, esiet nomodā. Поэтому слово говорит, бодрствуйте. Nevis nomodā par kaimiņu, kurš kā grēko vai kam vai glābšanu. Не бодрствуйте за соседа, кто как грешит. Par sevi. О себе. Jo tagad tu būsi nomodā. Что когда ты будешь бодрствовать. Dievs iedos tev cilvēku. И Бог даст тебе человека. Un varbūt pat vairākus. А может быть больше. Tāpēc vārds ir nopietns. Поэтому слово серьезное. Ja tu esi noslēdzis derību ar Dievu. Если ты заключил завет с Богом. Esi viņam uzticams. Будь верен ему. Lasi Dieva vārdu. Читай слово Божье. Salīdzini ar sevi. Sравнивай с собой. Un skaties, vai tu tam atbilsti. И смотри, соответствуешь ли ты. Ja tu neatbilsti. А если не соответствуешь. Tev ir iespēja nākt pie savu garīgu audzinātāju, vēl pagaidām. У тебя еще есть возможность приходить к наставнику своему. 24 stundas diennaktī. 24 часа в сутки. Jo tagad tavs garīgais audzinātājs būs paņemts uz debesīm. Потому что когда твой наставник будет взят на небеса. А tu paliksi. А ты останешься. Vai būs pašam cenu jāmaksā. Тебе надо будет самому платить цену. Daudz grūtāk nekā tas ir vēl joprojām. Намного хуже, сложнее, чем сейчас. Tāpēc atmosties tu, kas guli. Поэтому проснись ты, кто спит. Kungs nāk. Господь грядет. Аллилуйя!